OMTV.ua про головне. Пригожин так и не озвучил причину сбития наших самолетов на члене боевого. Да, очевидная причина. Таких случаев было множество. Мятежникам, которые ставили страну на грань гибели, обещали полную амнистию, потом тупо вешали. Я не призываю повесить Пригожина, хотя он того заслуживает. Но не наказать его совсем – это хуже преступление, чем нарушить слово. Если у нас в стране вообще президент думает не только о себе и своей, там, как говорится, своем окружении, что, скорее всего, и есть на самом деле, но и о государстве, то он не может оставить безнаказанным подобного рода выступление, которое поставило страну на грань гибели. Потому что он демонстрирует свое бессилие, полное бессилие, и показывает, что так можно. Пробуйте, ребята, пробуйте еще. А если не получится, вам ничего не грозит, потому что я бесхребетная мокрица. И не могу наказать тех, кто заставил меня, собрав манатки, бежать в самолет и срочно улетать в Петербург. Преступления такого рода не могут оставаться безнаказанными. Поэтому, честно говоря, я не то чтобы я ожидал, но я думал, что Пригожину пообещают все, а повесят потом, как это принято говорить. Нет. Даже этого не смогли сделать. Даже этого. Его имя не на слуху, однако в ряду предсказателей этот человек стоит особняком, потому что, как он утверждает, его прогнозы всегда сбываются. Не может одна страна нападать на другую? Да вы что, с ума сошли? Всю жизнь человечества одни страны нападают на другие, одни племена нападают на другие. Да война является естественным состоянием человека, вражда, ссора. Каин убил Авеля. В 25-м году исчезнут все препятствия для создания так называемого русского мира, а в 29-м году мы все корпоративно, человечество, ну, в первую очередь, Москва, Россия, начнем строить так называемый русский мир. Но это еще не все. Соединенные Штаты Америки потеряют цель жизни. Сразу, резко, после 25-го года они впадают в депрессивное состояние. Но это еще не все. Мы станем центром мира, потому что только у нас все народы мира, все люди смогут узнать, что хорошо, что плохо, кто мы такие. Но это еще не все. Это будет русский порядок. Вот мы сейчас этот порядок создадим, и по этому порядку будет весь остальной мир жить и не тысячу лет, и не 2000 лет, а много-много тысяч лет. Слава России! Посмотрите на это позорище. В Якутии женам мобилизованных вместо мужа привезли гнилую картошку. Честное слово, это как так можно было тащить такую корзину овощей? Еще гордятся, наверное, что помощь выделили. Спасибо, Григорьев. Так, дальше переходим к другим овощам. Я тут даже его вскрывать даже не буду. Вы только посмотрите, это вообще что? Это мумия морковки. Это вообще что? Это вмешательство в наши дела. У меня просто слов нет. Это еще только начало. Скоро мужа примерно в таком же состоянии привезут. Почему у нас ничего не делается нормально? Все для галочки. Все для галочки. Какой-то кошмар. Вот сейчас только мы с Германом Оскаровичем говорили. Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни. Человечество начинает новую главу своего существования. Это, на мой взгляд, совершенно очевидная вещь. У меня просто слов нет, одни эмоции только. По гнилым овощам всплакнула, а по мужу не всплакнула. Традиционные семейные ценности. Остается только выбрасывать, а что еще делать? Неужели я буду кушать такую морковку или такую картошку, как будто бы собакам привезли, честное слово? Не, конечно, привезли не собакам. Привезли людям, которые готовы ехать в чужую страну, грабить, убивать за деньги. Мы уверены, что все будет хорошо. И мы уверены, что мы победим, и мы добьемся всех целей. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну.
У нас даже появился термин такой – избыточная смертность. Наш президент знает, куда он ведет нашу страну. Мы все видим, какой, ну это называется, политический консенсус, но какой уровень поддержки у нашего президента. Его поддерживает вся страна. А, Денис, вот в текущем конфликте с Украиной, как считаете, кто, ну, Россия побеждает скорее или проигрывает? Проигрывает. Ну, международная изоляция, экономические трудности, даже с этой позиции. Я вижу только плохие исходы, к сожалению, в том числе и для, как бы, ну, внутри страны. Что конкретно будет, я не знаю, но я не вижу никакого положительного исхода. Какой уровень поддержки у нашего президента? Его поддерживает вся страна. Я уверен, поддерживаете его вы, его поддерживает молодежь, его поддерживает все поколения в нашей стране. Как сейчас говорят здесь средства СМИ, США, что завод не работает. И вот доказательство того, что завод работает, и мы будем продолжать выпускать технику, поддержку России, поддержку наших военных, поддержку нашего президента. Существует такая традиция освещать в том числе и оружие. Это духовная скрепа. Чтобы помощь и благословение, защита Божья присутствовала на этом оружии, чтобы защищать свое отечество, защищать тех людей, которые требуют помощи и защиты. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Ну и что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны. На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Вот это поворот! Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В составе полученных нами документов содержится описание проекта в UP-4 флюфлайвой EP-781 по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудителем чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов. Созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения. Остановитесь! Кроме того, 9 марта сего года на территории Херсонской области вооруженными силами Российской Федерации были обнаружены 3 беспилотных летательных аппарата, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием, которое могут использоваться для распыления биоагентов. В конце апреля 2022 года найдены еще 10 таких же аппаратов в районе населенного пункта Каховка. Но это еще не все. Одновременно остается без ответа вопрос о патенте США номер 8967029B1 от 3 марта 2015 года, выданном Бюро США по патентам и товарным знакам, на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров. Постоянный представитель Албании в ООН Ферит Ходжа резко ответил представителю РФ Нибензи, который обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Ходжа напомнил, что Россия раньше врала по поводу войны в Украине. Об этом шла речь на заседании Совета Безопасности ООН. Далее цитируем. «Сколько раз мы слышали с февраля прошлого года, что Россия не хочет атаковать Украину, а потом она ее атаковала. Сколько раз мы здесь слышали, что произошедшее с февраля прошлого года – это вина Украины, хотя это не так. Мы слышим снова и снова, что Россия никогда не атаковала гражданских, но миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Мы так и не увидели доказательств существования украинских биолабораторий, в которых выводят боевых комаров, летучих мышей и птиц. Также бездоказательной стало утверждение России о грязной бомбе, которую готовит Украина.
Мы видим каждый день и каждую ночь, что Россия не жалеет усилий, чтобы разрушать инфраструктуру Украины. Так почему подрыв этой ГЭС должен быть исключением? Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Что тут сказать по поводу того, кто же это все-таки сделал? Знаете, мы никак не можем понять, а кто же это сделал? Ну, вам, дураку, понятно. Раз уж дело дошло до разрушения гидроэлектростанции, вообще, может, стоит присмотреться к началу этого каскада, Киевской ГЭС, а? Я бы подумал над этим. А мы чего добьемся? А просто показать. Понимаете, я считаю, что нужно отвечать. Нужно идти в Харьковскую область, и они там живут действительно совершенно мирной жизнью. Ну, что мы, почему мы должны быть, так сказать, святее Папы Римского? Мы разрушаем только военные объекты, мы не воюем с народом и так далее. Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? По убеждению Зеленского, окончание войны может быть самым разным, но Россия непременно, как он выразился, должна пострадать. Еще раз, это прямая цитата. Что именно Зеленский имеет в виду под окончанием войны, он тоже пояснил. Россия должна вывести войска. Председатель КНР призвал Вашингтон прекратить вооружать Тайвань и подчеркнул, что восстановление суверенитета над островом неизбежно. Да еще и призвал отменить односторонние антикитайские санкции. Байден главным итогом назвал возобновление связи между военными ведомствами Пекина и Вашингтона, которые позволят избежать просчетов любой из сторон и предотвратить конфликт.